Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хьюардс, это у нас с вами замечательная игра, которая называется Evil West. И пятая серия, наверное, не уверен, до конца не уверен. Сейчас мы будем разбираться, сейчас мы загрузим игру, если она, конечно, загрузится, разумеется, сегодня. Вот, и мы сегодня отправимся, я, честно говоря, не помню, на чем я остановился вчера. У меня снова ночь, снова все, как всегда, ничего не меняется. А, я вспомнил, мы будем в каких-то катакомбах, по-моему, драться. В пещеру какую-то я попал, вот там я вчера дрался. Вот, а теперь пойдем дальше. Ну а перед самым началом просмотра я бы хотел порекомендовать канал одного замечательного человека. Здесь можно найти как очень ламповые стримы, так и крайне занятные и увлекательные прохождения. Конкретно сейчас идет процесс прохождения Death Gambit, весьма занятный метроидвании. Ссылка на канал, если что, будет в описании. Давайте поддержим мужчину. Ля, тупо какой-то Fallout. Ладно, окей, давайте же продолжать. Страшные звуки, но я не боюсь. Дамы и господа, вы тоже не бойтесь. Если боитесь, сжимайте в кулачки все, что есть. Все, что можно, и все, что не можно, и все будет хорошо. Главное, вера в лучшее. Мне надо сегодня постараться два видоса целых записать. Не поверите, дамы и господа. Было бы просто идеально, если бы у меня получилось два видоса сегодня записать. Чего себе, я мощный стал, когда... Я не знаю, что я делаю, но я такой сильный, такой мощный. Никогда такой ультимативности не встречал в своем персонаже, как сегодня. Так, вопрос в том, куда идти. Визуально это выглядит как секретный секрет. Секрет Петрович. И здесь секрет Петрович. Опа, здорово. Наградная награда для сексуального мужчины. Забираем. Хорошо, приятно. Да, все верно, братик, говоришь. Давайте отправляться дальше. Новый образ можно поглядеть. Что далее? Новый скин. Ну давай, красивый мужчина. И желтую шляпу хочу. Красную хочу. Желтый прикольный, желтый, как будто под золотой дождь попал. Ля-ля, красота. Я до конца не верю, что мне сюда, если честно, но раз дают, то я беру. Клочок бумаги обнаруженный, нами морок указывает на то, что в этих шахтах залегло печку древнее существо. В местных индейских легендах упоминается имя Паиса. Но описание этого существа не совпадает с характеристиками известных нам кровопийц. Значит, элитный кровосися. Ё-моё, что творится? Сейчас будем побеждать. Эй, ухнем. На броню Вильстата похоже, данная броня. Круто, красиво, здорово, весело, здорово, задорно. До конца не знаю, зачем это нужно было делать, если честно. Но раз нужно, то... Ну, я куда-то пошел, окей. Назад я возвращаться не хочу уже. Сейчас бы нас чесался. Слушай, а реально, зачем это было необходимо? Твоя моя не понимать. Опа, летун. Итак, я вспоминал управление. Какой шустрый, бля. Убить, Ладос, убить. Присосать? То что? Они не присасываются, дамы и господа. Не могу объяснить, почему. Но почему-то. Ладно. Постараюсь передвинуть ближе, сэр. Давай. Сосули выглядят опасными. Там явно какая-то арена с боссом. Или около того. Ой-ой, знаменитый кровососен. А X? Сюда. Бобик, откисай. Бэм. Шо с лицом, братан? Опа, ну в воротичах, на перекатичах. По-мужицки. Это мужицкий дождь. Воротичи не работают, дамы и господа. Придется лечиться, исцеляться. Так, очевидно, нужно сбить ему, да? Сказали, типа, сбиваешь эту штуку, и он не лечится. Насколько мне объяснили, насколько я понял. Да что же за суканство? Не могу подойти бахнуть штуку, какую хочу. Тупо флексим его. Ну, сюда. Шо с лицом, братишка? Вот этого жопошника надо убивать и стараться. А, их до хера, мама родная. Надо этому теперь сбивать. Отлично. Есть пробитие. Не того присосал. Рано или поздно присосем нужного. Ой-ой, если нас не убьют, конечно, раньше времени. Так. Можешь убить просто, братан. Просто убей их. Это лучшее, что ты сейчас можешь сделать, братик.
Фиксануть, ультануть, тильтануть. Навалять. Унизить басяу. Добивали тебя. Слушай, не могу сбить почему-то. Что-то перезарядка очень вовремя. А, это же злые пошли, пацаны, вы чё? И как это проходить теперь? Это выглядит сложно на самом деле. Этого мудака бы убить. Ну, за просто бибись. Честно, дамы и господа, я искренне не понимаю, как здесь можно на более высокой сложности играть. Ну, откровенно. То есть, без рафлов. Вообще без рафлов. Тупо не понимаю. Потому что эти ублюдки невероятно мешают. Ну, туда стреляешь, по идее, он собьется, правильно? Да, вроде бы верно. Нажимал ворот, но почему-то игра сказала, не хочу ворачиваться, братан. Опять эти ублюдки тупорылые. Во, притягиваются, нормально, начали наконец. Пуля мимо улетела куда-то, здорово. Все как я люблю. Давай иксанем, братан. Иксануть, говорю, надо. А, нет, ульты, ульты. Ну, что-то все не очень хорошо, если честно, получается. Прям экстра нехорошо. Вариантов у меня других пока нет. Надо этого сбить попробовать. Теперь погнали с этим разбираться. Ой-ой-ой, как я лоханулся, братик. Что с... Сука. Баран, который сделал этот хитбокс, пусть он поест говна. Просто наверни вкуснейшую ложку говна, братишка. Какой ты косорукий баран. Просто вот выключи. Удали руки у себя. Просто в задницу себе запихни барана в криворукого кусок. Вы знаете, что бы я с ним сделал. Я бы ему на лицо написал разработчику этому. Обоссанцу косорукому. Ну что ж, их не стоит убивать даже. Они типа ничем неплохого не сделали. Ровно как и я им. Хотя с другой стороны, я на них могу набивать всякого. Да, лечиться, пес собрался. Ублюдков пока нет, хорошо. Куда он делся? Он будто бы испарился, вызвав этим самым водопады слез на детских лицах. Бэм, сосать! Бэм, сосань! Бэм, грандслэмы! Почему нет молнии на нем? Не понимаю. Присосался пес. Вот как я должен за всем успевать следить? Ну адекватно, ну как? Среднестатистически нормальный парень. Как в это играть-то? Опустился, молодой. Подружка, то я тоже выключу из игры. Не нравится мне. Подкидывай. Апперкот, панч, сосать, собаки. Я Наруто в Узумаки. Бэм, ублюдок, бэм, с дробовика, бэм, огонь, молния, лед, вода. Опа, здорово. Мана в хилочку меня кинул, братан, благодарный. Сосать, маленький монстр, сосать. Опа, не поймав. В лицо ему, как же он... Ну, ладно, тут виноват адекватно. Лечусь. Молнию буду стрелять. Пуф, пиф-паф. Оп, шо с лицом. Опа, панч апперкотный сюда. Откисай, пёпсик. Очень подло, что я так долго проигрывал.
Ощущаю себя хлебом. Ты в порядке, Вёрдж? Да, главное, чтобы эта громадная летучая мышь более не стала. Кажется, мне удалось найти вход, мистер Джесси. Отлично, маленький Джордж. Ого, необычный переход. Путь чист, мистер Джесси. Придется искать твои катушки на ощупь. Ничего, сэр, к темным захламленным комнатам мне не привыкать. О, спасибо, мистер Джесс. Мама родная, что вы за хрень? Полагаю, ради этой хрени здесь расстались с Мороком. Впервые вижу, что ли занятное существо, похоже на динозавры, такие еще в пустыне выкапывали. Что там? Это невероятно. Согласно данным исследованиям, это существо до колумбовых времен. Местные назвали его Пиаса. Скотт штаны наделает, когда услышит об этой штуке, то есть агента Блума весьма заинтересует эта находка. Мифологические существа — его специальность. Но увидеть такое своими глазами — лишь чудесно. Жуткая девчушка собирает армию из грязнокровок. Какое отношение имеешь к этому ты? Смотрите, последняя запись сделана 3 года назад, 12 мая. Вероятно, в тот день пришли клещи. Этот уродливый трофей, вероятно, был для нее важен. Очевидно, она была против непрошенных гостей. Хватай катушки, парень, поищи место, в котором ты сможешь починить перчатку, потому что она понадобится нам прямо сейчас. Опять в хату вернули? Ну ладно. Еще немножко сюжет почитаем. Что-то подозрительно быстро, она точно работает. Мистер Рантье, сэр, у нас проблема. Я сейчас как бы занят. Ну, вообще-то срочно, несколькими клещам удалось вырваться из подвала, и... Кто вырвался из подвала? Это произошло случайно, я позволил себе проводить эксперименты над пойманными клещами, и ситуация вышла из-под контроля. Мистер Джесси, прежде чем вы в полете в ярости превратите жуткого маньяка, подумайте, ведь это прекрасная возможность. Верш, ты в курсе, что ты делаешь все, что мне не нравится? Что бы мне не нравится? Помните эту неисправность перчатки, которая помогла вам и вашему отцу выжить? Оказывается, это неисправность — простой протокол перегрузки. И благодаря мне вы можете его контролировать, не за что. Надеюсь, это сработает, иначе я перегружу твое лицо. Мне некогда решать проблемы, которые вы, яйцеголовы, создаете. Прошу, не говорите об этом доктору Блэквелл. Мистер Рантье? Рычит как пес. Не люблю, знаете ли, отправляться в подвал. Оу, май, что же мы там можем встретить? И я даже не знаю. Здорово, работяга. Что-то произошло. Сейчас разберемся, сейчас Ладос все урегулирует. Ой-ой, кто-то рычит. Ой-ой, неприятно. Так, убить всех чудищ. Ну, это мне по рукам. Так, нажмите Т, режим перегрузки. Ауф. Блин, будыщ. А, ну это то, что я делал. Ой, Петрович, сюда, тупо убийца. Там бинг. Бинг. Чё, что ли? Мне понравилось. Так, давайте очко потратим свое. Тик, чё тут интересного? Нельзя. Не знаю, насколько это профитно. Сбор все элементы с более дальнего расстояния. А вы знаете, неплохая штука на самом деле. И здесь я тоже не могу потратить улучшение. Так, мы пользуемся. Лопушки провоцируют. Вот это нормально. Че, не могу почему-то? А, долларов не хватает. Окей, ладно. Ну что ж. Кто же знал? Пришли вести от агента Грейвинора. Хорошие или плохие? Это личная информация. Кстати, о плохих новостях. Я нашел остатки гигантской древней твари в Бакстере. Не знаешь, почему клещи пытались ее скрыть? Подозреваю, почему агенты не пускают никого к твоему отцу. Безопасный док. Калика — последняя рабочая ячейка в стране. Пусть таковой и остается. Пара закрытых дверей — это вынужденная мера. Но я профессиональный медик и глава этой ячейки. Значит, тебе знаком понятие субординация.
Так точно, сэр. Эмилия, ты не обязана. Я предпочитаю доктор Блэквелл, сэр. Готова к докладу, когда пожелаете. Ух, я бы ей доложил. Я бы ей так доложил. Опа, что за вибрация? Так, все, к делу, давай. Чей-то часть. Создание, обнаруженное в перевале дьявола, по сути, огромная пиявка. Кровопийца в некотором роде. Ее желудочные кислоты не дают крови сворачиваться. Значит, это живой сосуд? Именно. Более того, микроскопический анализ показал, что кровь внутри пиявки невероятно старая. Старая, она не похожа на все, с чем мы сталкивались до этого. Фелисити скармливает ее своим фамильярам. Надо узнать больше о лесопилке и о том, как она связана с этими тварями. Знаете, без шуток, иногда создается ощущение, что половину диалогов вырезали. Лесопилка Маккеллум была основана в 1845 году Элайджей Маккеллумом, семейное предприятие в маленьком городе. Элайджей умер 2 года назад, и лесопилку выкупил инвестор, представляющий группу финансовых услуг Андалусии. Конгломерат банков, нефтяных месторождений, железных дорог и остального. Зачем такой большой шишке понадобилась убогая лесопилка в этой заднице? Ясно, сделка открыта, ничего подозрительного в ней нет. Что насчет леса? Старые места проверяли? Проведение ритуалов, могильники, что-нибудь еще? Нет, ничего такого. Что ж, похоже, мне предстоит выяснить самостоятельно. Спасибо за помощь, доктор Блэквелл. Надеюсь, мы сможем. Я живу во имя службы, сэр. Вернусь к исследованиям. Так вот, что половину диалогов как-то вырезали, какие-то они скомканные, незавершенные, неконченные. Незаконченные, недоконченные. Тупо FPS дроп. Вот зачем туман? Зачем туман, если оптимизация не умеет в туман? Я думал, это бочка уверенности, но нет. Найти морок, ну если надо. Опа, выглядит как арена, где меня будут драть. А, нет, это, наверное, цель. Ой, как дропает. Вы даже не представляете, как лагает, дамы и господа. Просто вот так? Чу, так это легко. Слушайте, ну выглядит пафосно. Блин, жутко. Жутко и крипово. Но стильнёво. Доллары. Да, угадаю, будет событие. Ну да. Супер-пупер-мега-убер ожидаемо. А чё они золотые? Или это метатели? Я не помню. Типа это взрыватели? Ожидаемо. Ну и что, просто байтить на урон и все? Я могу флексом убивать. Тупо стиль флекса. Выглядит крипово на самом деле очень даже. Ультануть не успел, как-то обосрался, в общем. Хилку дадут? Мне бы хилочку, ребят, мне бы хилочку. Добивание, добивание сделают, пока не взорвались. Идеальный тайминг. Не зря я в детстве в школу тайминга ходил. Я тоже так думаю, дамы и господа. Слушай, что-то оптимизация выходит из чата потихоньку. Потихоньку уходит. Так, отец, кажется, существует еще один зверь, которого мы можем использовать в войне. Его кровь более древняя, более чистая, он жил в доколониальные времена. Это то, что объединяет всех нас, источник всей силы содержится в его крови. Ух ты, почти Bloodborne, все про кровь. Сука, ты еще. Только не говорите, что мне сейчас обратно придется идти. Хотя там было сказано оставшиеся печати. Велика вероятность, что она не одна. Последняя, а где же она? Игра, ну не заставляй меня делать бэктрекинг. Я не люблю бэктрекинг. Стоп, а я не могу бэктрекинг осуществить. А куда тогда мне передвигаться? I have no idea about this motherfucker.
Окей, виноват. Упасть невозможно. Или можно? Не, невозможно, он автоматически вперед идет. Ну что ж, пусть будет так, пусть будет так. Опа, сюда бегу. Душные работяги не нравятся они мне. Обосрался я со стрельбой. Владос, ну ты шо? Ну что с лицом, дружище? Какой обосранец я, мама родная. Добивать, добивать. А чё же он не отъехал как-то как надо? Ой, вы что такие злые, мужики? Не успел. Не успеваю. Да что за дерьмо-то такое? Какой анус сделал эту игру? Один он сделал игру, другой он сыграет в эту игру. Все как я люблю. Так, ну выглядит как туда, а я сюда пойду. Или не пойду? Наверное, давай направо сначала. Надо было ульту бахнуть. Тупо тильтануть, тильтануть. О, там же супергодная игра сегодня будет. Мама родная, я вспомнил, что я дальше буду играть. Я просто там нашел, короче, видос у Iron Pineapple, где новые соулзлайки. Но они все зараза платные. На торрентах нет ничего. Ну, по крайней мере, на проверенных, там, где я всегда ищу. А покупать и рефандить не очень-то приятно. Я одну игру, блин, за 400 рублей купил, а мне ее рефандить не захотели. Я теперь остерегаюсь немножко. Непонятно куда. Что ты рофлишь, сутулая? Взгляните на себя, дети мои. Вы были больны, слабые, ничтожны, нищие, обреченные на муки скот, вечно борющиеся за сохранение своей бесцельной жизни. Своим потомкам вы могли завершать лишь страдания, но вы решили принять мой дар и оставить вечную гнетущую боль позади. Я наделила вашу кровь смыслом, лишь она имеет значение. Типа, даже голосом это проговаривается. Ничего себе. Ой, ща возня будет, ой, ща возня будет. Так, нажмите 2, открыть огонь, огнемет, ну давай сюда. Шоколака-бум, буду еще дождите как стрелять, пацаны. Огонь. Да огонь же надо, мать вашу. Я дебил? Подожди, ребята, я не понимаю. Нажмите 2, чтобы выдерживать. То есть я... Вот, короче, тот человек, который делал это управление, просто баранка с руки, ребят. Простите, но это сверхразум делал. Сначала нужно нажать кнопку 2 держать, и только после этого у тебя работает, типа, вот ты жмешь двойку и стреляешь. Это экстра дебильно. Явно не очень умный делал. Ну, типа, это очень странно. Камон, ну это супер странно. Непонятно, можно что-то облутать или нельзя что-то облутать? Как-то очень... Да что ж ты застрял, маленький мой? Кто, где? Сюда. Так, а куда вернуться? О, ну, ой, хорош. Вот за это писец своего разработчика. Я не очень-то хочу ямы исследовать. Я почему-то не могу взаимодействовать. Так, может я что-то не взял? Я не могу протыкаться, ребят. А, вот получилось, окей. Отталкивайте больших с помощью пушечного удара, держите.
Ладно, я не знаю, как это делать. Тильтану, ультану. Можно большого бить. Big guy, motherfucker. Хотел с ноги дать, но не вышло. Поджигай, поджигай. Загорайся, гори ясно. Так, чтобы не погасла. Может издалека попахать? Конечно, говнюков новых сделать. Почему бы и нет? Нормальный такой сандер эффект. Можно как-то это задоджить и пожить, пожалуйста? Я просто не представляю, как это выживает. Слишком быстро. Это вообще можно пожить-то? То есть это работает, окей. Вполне себе эффективно. Ай-яй-яй, дядя, ты шо? Да ты шо? Так несправедливо. У крови они, очевидно, плетаются. Это ж пиявки, мать их. Жестко. Дойти оттуда, прыгнул сюда, идем дальше, погнали. Визуально как будто сюда можно спуститься, сейчас начнется Нио. Опа, секретный секрет от Владоса не скроется. Награда нашла. Искателя. Призрачная шляпа. Блин, я просто не могу не воспользоваться этим луком. Такая призрачная и такая шляпа. Выглядит красиво. Долго, правда, очень. Ну ничего, ничего. Зато реалистично-то как. Автоматически меня сюда повернули. Блин, мать твою. Я должен лут набрать. Выключи, дурень, собака. Без вариантов, короче. Может, я просто перепрыгну и все, они ничего не смогут сделать. А я ж не смогу сделать, они просто меня подопрут. Трындец, почему я не могу с этим всем нормально по-человечески разобраться? Это вроде всех стагерит, а толку-то я ничего сделать не могу. Я хотел подпрыгнуть, почему он делает вот этот взрыв и тратит мою синюю полоску? Я не хочу, чтобы он так делал. Мне это не нравится. Пофигу, они бутафорские. Может быть, из них зеленый титанит выпадет. Так,
Ладно, Фелисити, эта информация очень интересная, конечно же. Вниз я никак не могу, да? Делать джамп. Мега-убер-пупер-джамп. Конечно же, без возни никуда. Почему из ниоткуда суперы появляются? Что за дела, мужики? Мы такую фигню не договаривались. Немножко денежек пригодятся. Кажется, я назад пришел, если честно. То есть пока они в бой не войдут, я не могу с ними взаимодействовать, да? Я думал, его взорвет тоже, но нет. Жалко. Да, пока они не зарегернутся, они бессмертные. Максимально дебильное решение разработчика Бассанса. Не будем судить строго. Не могу сюда? А, то есть я не могу, я должен их убить отсюда? Нет, я не могу, слушай. Тогда я просто пойду дальше. Отлично, отлично. Так, чтобы я точно не мог видеть ничего. Управление просто сверхдебил делал, сорян. Давайте на этом замечательном, великолепном моменте мы закончим. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Если что, можете подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм-канал, если кто-то хочет поддержать материально. Для этого есть Boosty. Там иногда уникальный контент, подкастики, лайв-формат. Всем добра. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.